Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Презумпция невиновности». Главный герой – адвокат Аврутин, циничный, богатый, с хорошим чувством юмора, любящий шокировать и провоцировать. Берется за самые безнадежные дела и всегда их выигрывает. Терпению местных органов следствия приходит конец, когда адвокат выпускает из зала суда убийцу полицейского. Начальник следственного отдела дает указание следователю Глебову собрать компромат на адвоката и дискредитировать его. В этом Глебову соглашается помочь его возлюбленная, скандальная журналистка криминальных новостей Верница Кая. Она под предлогом съемок репортажа об Аврутине внедряется в его ближний круг и втайне проводит журналистское расследование. 13 серия. Борис вычисляет, что его отца подставил олигарх Колодин, в результате чего Аврутин-старший погиб в тюрьме. Верница Кая узнает, что у бизнесмена Лопатина, которого обвиняют в убийстве жены, имеется компромат на дочь Колодина, Дарину. Аврутин предлагает Лопатину защиту в обмен на нужную ему информацию. Тем временем черный человек преследует Задорина и Лину. Борис начинает подозревать Глебова. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.